Всем привет, дорогие друзья, с вами Механика. Сегодня мы продолжаем движение по суровой России. Что у нас сегодня? Правильно, КамАЗ в ремонте, а нам нужен новый транспортный аппарат. И вот он, ребята, вот же он, посмотрите только на эту лайбу. Это не семерка, согласен, это пятерочка, но тоже неплохо. Тоже неплохо. Итак, что мы вообще с этим будем делать? Во-первых, ну в принципе она ездит вроде как, наверное. Давайте проверим, потому что я еще не проверял. Запускается дверь. Оп, куда назад? Назад нам не надо, нам вперед надо. Но она едет. Но она едет, в принципе. Чего вы еще хотели? Ну, как будто бы даже едет. Так, нам впереди предстоит достаточно длительное путешествие. Ну, вы сами знаете. Я думаю, что мы, наверное, должны ее все-таки немножечко затюнинговать. Тормоза хорошие, тормоза тормозят. Фары есть. Сзади двойная выхлопная труба, очень длинная. Странно выглядит это достаточно. Что это за басудзоку такое? А так в целом, ну вот она едет как бы. Это вот ускорение такое. Здесь у нас какая-то пробка на дороге. Но вы помните, что в прошлой серии я неплохо так разбил КамАЗ. Поэтому у нас нету других вариантов. Нам предстоит сегодня с вами насладиться вот этим прекрасным автомобилем. Я надеюсь, что она действительно будет неплохо ехать. Так, у нас 1300 модель, то есть 1.3 двигатель, судя по всему. Давайте посмотрим, что же у нее установлено. Сейчас мы ее полностью с вами затюнингуем, насколько это возможно. Ну и поедем. Надеюсь, будет очень круто, ребят. Не хватает денег купить новую игру? Тогда забираю бесплатно, прямо сейчас. Не пропусти специальную акцию для моих зрителей. Экономь до 90% при покупке первой игры и получи еще одну в подарок. Совершенно бесплатно. Раздача происходит каждый день только среди покупателей. Хочешь, чтобы твои друзья обзавидовались твоему Steam аккаунту? Тогда переходи по ссылке в описании и покупай самые крутые игровые новинки. Но рекомендую поторопиться, потому что ключей по такой низкой цене осталось совсем мало. Ссылка на магазин в описании. Давайте начнем, наверное, с того, что мы ее визуально попробуем посмотреть, что она вообще из себя представляет, что здесь вообще доступно. Так, классический или экспортный? Недурно выглядит, ребята. Бампер от чего это? От девятки? Слушайте, а она на экспорт выглядит реально очень даже зачетно. Но мне кажется, что мы должны все-таки больше стока оставить, да? Так, можно губу поставить, вот такую вот обычную. Но опять-таки, я не знаю, какие дороги нас там ждут, поэтому мы ее можем просто оторвать на самом деле. Так, сзади что доступно? Спойлерочек. Ну, как будто бы спойлерок даже на стоковой машине неплохо смотрится, да? Так, краска. Краска чего? Это краска чего? Я не могу ее убрать, ну то есть это просто, видимо, краска. Что касается колес. Колеса мы как будто бы даже и можем поменять. Ну, давайте посмотрим, что это такое. Я бы передний бампер, может быть. Мне не нравится, что они хромированные, как на семерке. Вот сверху, да. А по сути это пятерка, это странно выглядит. Так, покрышки. Чего, блин, КамАЗ 80-х? В смысле? Че за дичь? Как это КамАЗ, если у нас не КамАЗ вообще, близко даже не КамАЗ? Слушайте, если у нас была Приора, возможно, мы можем что-то от Приоры... А, нету от Приоры колес. К сожалению, ребята, от Приоры колес нету. Тут, конечно, все очень красиво, воссены огромные можно воткнуть. Но хотелось бы... Хотя бы Приора катки поставить. А их что, реально нету, что ли? А куда же Приора катки делись? Ну это вообще дичь какая-то с такими колесами ездить. Ну это просто. Что это такое? Это несерьезно как-то. Это не Васик. Ну вот Нива Урбан. Ну нет, ребята. На них хоть и лучше вроде как, да, чем вот эти стандартные. КамАЗ 80-х. Почему так называется? Вообще не знаю. То есть мы даже колеса не можем поменять с вами. Давайте по мотору, что ли, пройдемся. Потому что я еще не смотрел. Так, у нас вообще стоит от копейки 59 сил. И оно, в принципе, едет с ним. Ну,
так себе, конечно. И так, от пятерки мотор объемом 1.3, наверное, это, да? 64 силы. В принципе, здесь как будто бы ничего не меняется. Здесь 71 сила. Так. 21.067. Это что за мотор такой? Зацените-ка, это что за мотор? 173 силы и 326 ньютонов на 1.6 объеме. Это какой-то он с этим, наверное, с нагнетателем, что ли? Ну, мне кажется, выбор очевиден тут. Зачем нам меньшее, когда мы можем взять большее? Правильно? По коробке. 4 ступ или 5 ступ. Даже не знаю, наверное, 5 ступ оставим. Я думаю, да, 5 ступ оставим по цветам. Белая пятерка, уф. Так, а нету здесь зеленого цвета, вот как... А, слушайте, здесь много цветов вообще. Смотрите, как оно красиво. О, почти как у меня, только... Блин, ну похоже, кстати, на мою, но моя чуть-чуть как будто бы... Чуть-чуть вот она как будто бы зеленее. Она должна быть как будто бы зеленее немного. Так, ну нет, без всяких отливов, она просто должна быть зеленее. Как будто бы вот этот цвет, он должен быть... Ну вот какая-то такая вот у меня. Вот примерно какой-то такой цвет. Вот очень похоже на мою. Но мне реально, мне прям нравится белого цвета. Я не знаю, как вам. Здесь много красивых цветов. Баклажан, пожалуйста, вон. Всякие такие голубичные цветы. Вот этот, кстати, красивый цвет. Ну вот мне хочется белую пока взять. Как будто бы она... Ну то, что надо. Вот белая тачка. Вот, ну красиво выглядит. Чего что сказать. И как будто спойлер теперь лишний, ребят. Спойлер лишний стал, представляете? Это мы как с вами до такого докатили, что спойлер вдруг стал лишним? Смотрите. Ну без спойлера вот она хорошо прям выглядит. Классика какая-то появилась. Так, а что по салончику у нас? Может быть мы... Так, рули у нас есть. Во, ну стоковый руль, конечно. Ну какой там? Ну стоковый, конечно же, руль нужен. Так, Петровича мы оставили с КамАЗом, получается. С собой мы его взять не можем. Стоковый руль, либо... Ну вот этот тоже, кстати, прикольно выглядит. А Момо, ну это уж какой-то too much. Это для дрифтовой какой-то штуки. Хотя у нас в принципе... Если у нас настолько там мощный мотор сейчас будет, мы, может, и дрифтить даже сможем. Все, берем, оплачиваем и погнали. По сути, поменяли только цвет и мотор. Так, давайте в салончик. Я не вижу вообще приборов, поэтому, может быть, мы немножечко отредактируем место наше. Хотя, ладно, пока поехали так. У нас все равно навигатора нет, поэтому мы наверняка будем пользоваться вот этим. Так, звук изменился сильно, кстати. Но я бы не сказал, что она прям быстрая стала. Включим фары. Так, они включились или нет? Ой, как они ужасно выглядят, эти фары. Ладно, поехали. И нам надо ехать в ту сторону. Почему-то сначала он как будто бы в другую сторону показал. Здесь что нас ждет такое? Очередной объезд какой-то, что ли? Вот видите, какая-то объездка как будто бы, да? Я не знаю. Как будто бы реально объезд какой-то. Да нет, это не объезд. Но почему он здесь сломался, его никто не объезжает? Такая пробка, я вообще понятия не имею. Так, ребята, ну, немножечко ускоримся, наверное, давайте посмотрим. Я пока не жал в пол. И мне страшно, если честно, ехать вперед. Как будто опасения какие-то есть, что раз они здесь стоят, значит впереди может какая-то быть жесткая пробка или еще что-то. Так, машина очень-очень странно себя ведет на дороге. Пятая передача. Попробую чуть нажать. Вообще не жал газ. Ну, в принципе, что-то есть по ускорению. Как же ее колбасит. Как же ее колбасит. Ну, она не особо едет. Но вот это колбасение ее, это вообще просто же скач. Смотрите, ну это что такое?
Ох, еще и вот эти кочки, они прям очень жестко передаются. Так, нам надо нам сиденье все-таки поправить, ребят. Давайте сиденье мы поправим. Я хочу чуть пониже сесть, чтобы я хотя бы хоть как-то эти приборы видел. Так, и чуть-чуть поближе вот так вот сделаем, давайте. Надеюсь, сейчас я буду что-то видеть. Так, а руль туда-сюда у нас не регулируется. Ну, хорошо. Мы все равно ничего не видим с вами, никаких приборов. Турбина, да, я слышу вой турбины. Турбина воет. Значит, это турбомотор у нас. Ну, может, она и неплохо едет. Вот пока сзади... Сейчас там мало машин. Давайте-ка вот что сделаем с вами. Притормозим сейчас. А, он пропускает меня. Ну-ка, в пол. Ну, я бы не сказал, что гонка. Но достойно, достойно едет. В принципе, вот так вот ехать очень неплохо, наверное, будет. Единственное, ее прям очень жестко колбасит. Так, у нас впереди какой город-то? Что-то какая-то объездка, да? Давайте посмотрим. Что это за... объезд. В смысле объезд? Какой объезд? Объезд чего там? Секундочку, давайте посмотрим. Потому что мне кажется, что-то нас обманывают с этим объездом. Ну вот, Ангарск. Нам предлагают вот сюда поехать. Но навигатор нас четко по низу ведет. Как думаете, как лучше? Ну здесь как будто бы город. То есть нас хотят по городу провести. А тут обводная какая-то. Не знаю, давайте по навигатору, наверное, ехать. Я не думаю, что нам стоит заезжать в города. Вроде как быстрее должно быть по обводной. Ну, посмотрим, что здесь впереди. Может, тут и дороги-то вообще нет. Пока вроде едем. Вот впереди даже машины какие-то есть. Самое... Ах! Ты ж ё-моё! В смысле? В смысле? Это вот по этому объезд, да? Так, ребята. Нас куда сейчас? В Ангарск? Нас в Ангарск сейчас с вами... Понятно, почему объезд. Ну, теперь все ясно. Так, получается, так или иначе, Ангарск мы с вами посетили. Жестко, жестко. Я не ожидал, что пятерка так вот будет себя вести. Честно говоря, это неприятно. Но это вообще неприятно. То есть я не был к такой... Подождите, так мы... Мы здесь же и были. Мы здесь же и были с вами. Мы здесь же и были, реально. Просто назад откатило нас и все. Так, короче говоря. Я не знаю, как ехать на этой тачке. Я очень планировал на ней дубасить. Но вы сами видите, что происходит. То есть мы на какой-то кочке с вами просто жестко перевернулись. Я, мне кажется, не особо быстро ехал. Да куда? В смысле, ребята, в смысле? Просто я не понимаю, что происходит. Я тормоз нажал. Ну, типа, я кочку никакую не ловил, а тормоз просто нажал. Короче, видимо, все-таки проблема с этим двигателем, наверное. Давайте вот что мы сделаем. Так, вот что мы сделаем. Мы просто сейчас заменим двигатель на какой-то стандартный послабее. Типа вот этот. Ну, это дичь какая-то, реально. А как ехать-то на ней вообще? Ну, а как на ней ехать-то вообще? Я не понимаю. Ну, давайте хотя бы так ехать. Я... Мне, может быть, и даже и не надо оно сильно быстро-то ехать здесь. Да ее переворачивает просто в повороте. Да, ребят. Угу. Я что-то думал, мы сейчас с вами как пару часиков прокатимся на этой бричке, но... Походу, нет. Я боюсь тормозить.
тормоз был в пол нажат. Так, кажется, я понял. Если у нас такие проблемы из-за торможения, давайте уберем торможение. Делов-то, просто торможение сейчас уберем. Так, где оно? Где оно? Интенсивность торможения, просто вот так чикс и все. Ну и все, и я думаю, все будет четко у нас. Так, подождите, там еще устойчивость, по-моему, грузовика была как-то не до конца выставлена, она нам очень нужна. Так, нет, все, все в порядке. Жесткость амортизации кабины минимальная, пожалуйста. Или наоборот, надо жесткую. Наверное, жесткую надо наоборот поставить. Так. Жесткость кабины вот так вот. Вот так вот. Поехали. Посмотрим, что из этого получится. Ну, тормозов вообще теперь нет. Но зато, надеюсь, теперь мы не будем так жестко улетать. Кстати, а по идее тогда можно бы и двигатель, наверное, мощнее ставить, если мы тормозить не сможем. Это гениальная связка. Мощный мотор и отсутствие тормозов. Да, она не тормозит вообще. Она не тормозит. Ладно, ребят, как-то будем ехать. Я не знаю, ну вот такая жесть. Ну а что я сделаю? Ну реально такая жесть. Просто вот такая жесть, да. Обогнать мы никого не сможем, чтобы вы понимали. Реально, обгоны не наш конек. Очень жесткая. Она очень жесткая прям. Она прям вот любую кочку очень жестко отдает в руль. Вот сейчас, наверное, будет. Это кочка же какая-то, да? О, вообще! Руль просто вот так вот начинает делать. Ну, я его удерживаю, конечно, руками. Так. Поехали, наверное, через город. Что-то мне не хочется по обводной трассе ехать, которая настолько ужасная. И у нас с вами, видите, затянулся старт. Реально затянулся. Так, объезд. Ну и все, сейчас поедем в объезд тогда мы. Так, сейчас главное, мы вот на том перекрестке сворачиваем налево. Уезжаем на кольцо. Сложно уехать, когда у тебя нет тормозов. Ядрить, кудрить. Но хотя бы едет, ладно, спасибо и на этом. Ребята, я не могу остановить. Вот этот тормоз в пол, давайте хоть чуть-чуть интенсивности добавим. Ну дичь какая-то с этой. Вы вспомните КамАЗ, насколько он идеально просто был. Он идеально ехал, ускорялся, обгонял. Все идеально было. Тут какая-то жесть. Так, ну давайте хотя бы вот так как-то сделаем. Может быть, она будет тормозить, но не будет вот настолько сильно носом клевать. Ну вот, что-то вроде останавливается, ладно. Все, поехали. Поехали. Поехали, поехали. Картагон река. Неплохо. Едем сейчас через Ангарск, получается. Немножечко как будто бы даже срезали. А, нет, показалось. Ну как я на ней должен ехать? Ребят, просто как я на ней должен ехать? Я не понимаю. Я реально, я очень хотел на ней поехать. Давайте просто посмотрим, а какие у меня еще есть вариации из автомобилей. Просто на чем я могу дальше ехать. У меня есть КамАЗ, Урал, КамАЗ и ВАЗ. Все. Ну это как бы вот, это все, ребят. Ну реально, это все. КамАЗ-легенда, Урал на 3500 сил. И обычный КамАЗ этот, который с этим. Так, покупка грузовиков. Просто мне с быстрым перемещением нужно будет, по-моему, до Тельмы я только смогу, потому что Ангарск вроде как недоступен. Я не знаю, может быть сейчас меня до Ангарска он хотя бы до... Так... Буксируемся. Куда? В Ангарск опять? Ну, это опять, скорее всего, туда, на трассу. Если на трассу, это плохо, потому что, ну, это опять отбрасывает нас назад. Да, опять туда же. Хорошо, ребята, давайте попробуем, я не знаю, какой-то другой автомобиль, потому что, ну, это жесть. Реально, семерка, то есть пятерка, она, ну, как будто вообще не для наших дорог. Я не знаю, как на ней ездить. Ну что, ребята, пришлось пересесть с пятерочки на Гранту. Надеюсь, что Гранта нас не подведет.
Давайте также мы посмотрим, из чего она у нас сделана, из чего она состоит, какие компоненты. Или потом посмотрим. Давайте просто поехали на ней. А в дороге разберемся. Вроде она едет, а нам больше его и не надо, учитывая, что... Так, интенсивность торможения надо добавить. Вот что надо сделать, потому что невозможно так тормозить. Очень жаль, что пятерочка не смогла показать себя как надо. Очень жаль, я прям реально расстроился. Я думал, что я прям на ней поеду хорошо, успешно. Все, поехали, ребят. У нас нету навигатора, к сожалению, в Гранте почему-то. Так, а фары у нас хоть как-то работают? Ну вот как-то вроде работают. Ладно. Печально, ребят, честно говоря, печально, но деваться некуда. Будем исходить из того, что есть. Ну, Гранта, вроде мы на ней уже как-то ездили, она вроде как неплохо едет. Ничего нету, ни звуков поворотника, ничего нету. Вообще ничего нету. Ну, будем надеяться, что хотя бы как-то что-то, ну, вроде едет. Уже и на этом спасибо. Реально, найти достойную машину, на которой приятно будет ехать много километров, это прям проблема, ребят. Это прям реальная проблема. Поэтому, что тут? Приходится вот так перебирать. Да, пятерочка, мне очень хотелось на ней покататься. Она визуально выглядит очень здорово. Но, к сожалению, вы сами все видели. Там жесткое ДТП у нас только что произошло. Прям жесткое. Давайте мы не будем ждать стоять. Мы просто как-то объедем. А, нет, не объедем? Или объедем? Вроде объедем. А чего они? В кого тут? Как это вообще у них получилось здесь? Я не понимаю. Но я просто не хочу стоять долго. А это реально может растянуться прям на долгие-долгие годы. Так. Будем Ангарск заезжать или нет, я не знаю. Как будто бы через Ангарск вроде бы меньше километров показывало нам. Когда я в прошлый раз заезжал. Так, ну хотя бы здесь я могу тормозить. Она вроде как на руль более-менее нормально реагирует. Ну, скорость, конечно, так себе. Не разгоняется она должным образом, как хотелось бы. Ну ладно. Так, я включил поворотник. Вот. Где-то сейчас будет мой поворот. Не поеду я по обводной. Поехали через город. Поворотники не выключаются почему-то. Да. Пересчитывайся. Так, вот, да, слушайте, нормально. Вроде как сокращается расстояние. Было 812 километров, сейчас 804 осталось. Но, возможно, здесь светофоры, на которых мы простоим гораздо дольше. Поэтому не знаю, ребят, даже. Понятно. У меня уже нету эмоций никаких, потому что, ну... Я только что это переживал с пятеркой и... Ну а как? Ну а чего? А как тогда? Ну а как вот ехать-то? Я не понимаю, реально. Я на КамАЗе летел, все четко было. Ну КамАЗ в итоге разложил. Тут просто какая-то ямка-канава, все, до свидания, сразу просто. Сразу просто до свидания. И ведь такие дороги, они же и будут здесь дальше. Ну типа не будет такого, что вдруг начнутся идеальные дороги. Ну не будет такого, не надо мечтать об этом. Ну вот, сами видите. Ребят, мне нужна какая-то тачка. Я не знаю реально, какая это может быть машина. Я уже намучился с пятеркой, и походу я уже мучаюсь с Грантой. Давайте в Ангарске мы с вами все-таки на тюнинг заедем. Может быть, мы какие-то колеса другие найдем. Я не знаю просто, что делать уже. Ну реально. Почему-то Приору нельзя купить. Приора была неплохой. Да кого там я задел, в смысле? И километр расстояния, я на фуре так еду. А тут задел. Такого не может быть просто. Я на фуре реально по обочине объезжаю. Да аккуратно, куда ты меня щемишь-то? По зеркалам научись смотреть, собака. Я просто еду, кочки объезжаю. Вы не думаете, что я по обочине, чтобы обгонять? Я просто объезжаю кочки, все. Просто объезжаю кочки, больше ничего. Мне, по сути, уже некуда тут торопиться. Потому что, ну, 12 часов нам еще дороги впереди. 12 часов, ребят.
Это, ну, это не шутка, это реально 12 часов, реально 12 часов. Я уже, наверное, устал повторять, но тут километры, как в жизни, настоящие километры. Все, 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 просто все. Ладно, хоть она на крышу не ложится сразу. Спасибо и на этом. Как выехать мне отсюда теперь? Как я выйду в такой подъем? Как? Я не знаю. Я думал, что тяжело было, когда я груз пытался поднять целый час. В горку не мог выехать. Но нет, вот они. Вот это сложности. Вот реальные сложности. Деревья тут объезжать приходится. Хорошо, что тут нормально, ровная земля под нами. О, все, выехал. Так. Где-то здесь должен быть ремонтная мастерская. Чуть дальше, да, видимо? Вот здесь, наверное. Да блин! Ну я просто в деревьях врезался, прикиньте. Во! Я в деревьях врезался. В деревяху! Камон! Так, что-то у нас... Если изначально прям неплохо шел маршрут, сейчас как будто бы какие-то проблемы наблюдаются. У меня, по крайней мере. Я не знаю. Я не знаю, что делать. Я в небольшом замешательстве. Мне нравится, как она едет. У нее, ну, нормальная приемистость такая у двигателя. 70. Ну, как будто бы, да? Откуда такие моторы в Гранте Спорт, понятия не имею. Шестиступый мануал, пускай останется. Так, по цвету, ну, все-таки, наверное, какая-нибудь белая, что ли, Гранта. Или желтая. Пускай желтая будет Гранта. Без разницы вообще, если честно. Что-то с колесами сделать бы, вот, я бы очень хотел. Это прикольно, когда ты меняешь колеса, у тебя цвет машины меняется. Вот это здорово. Так. Смотрите, здоровенные катки можно установить, но я чего-то сомневаюсь, что они нам помогут. Чего-то сомневаюсь вообще. Никакой вариативности вообще нет. Просто вариаций ноль. Ноль. Это что вот за Toyota такая? Так, 300-й, наверное, крузак. Так, ну вот, как будто бы от гелик... А, это Урбан. Все, понял. А это от Нивы Урбан колеса. Так, Урбан. Ищем Урбан. Нет, Урбан. Где Урбан-то? Подождите. Я же видел где-то, была Урбан. Вот. Вот это Нива, да, кажется? Так, это... Это оно, а вот, вот Нива Урбан. На больших колесах мы будем сейчас двигаться с вами. Возможно, это нам поможет. Нива была неплоха, на самом деле. Нива реально была неплоха. Так. Вот такие вот ищем. Так, ну а тут-то чего? Ну сзади-то почему оно не меняется? Ну елки-палки. Ну что за дичь? Ну реально, ну просто, ну дичь какая-то, я не понимаю, ну как так-то? Ну как это работает? Так, это покрышка, мы ее не трогаем. Это диск, мы его трогаем, но он все равно не меняется, посмотрите. Он просто не меняется. Вообще не меняется. Ну это вообще, я не знаю, ребят, но это странно. Это просто странно. Так, еще раз. Вот оно в стандарте. Все, пожалуйста. Ступица, гайки, колпак. Еще раз берем. Меняем колеса на... Так, а где она? И где это Урбан? Вот она, Урбан. Так, и здесь. О, может быть, начало меняться, нет? Ну, как будто бы нет.
как будто бы не начало меняться. Да. Да. Это вообще, это ужас какой-то. Это просто ужас реальный. Ну ш... ну как? Ну как? Урбан 2, вот. Не, оно все равно почему-то. Короче, как-то забагано это работает. Цвет у нас тоже из... Вы видите, из нужного нам цвета поменялся в ненужный. Так, давайте отъедем назад. Подъедем вперед. Цвет не работает. Почему-то цвет мы не можем поменять. Ну, колеса, ладно, хотя бы колеса поменяли. Интерьер нас не интересует. Экстерьер я бы фары хотел еще поменять. Так, бампер спорт. Капот черный. А фары? А фары? Так, я вообще без тонировки хочу. А фары-то как поменять? Мы фары не можем поменять. Вы представляете? Просто мы не можем поменять даже фары. Да не бомбит у меня, не бомбит. Какая дичь. Просто какая дичь. Руль стандартный. Пороги краска. Так, все, ладно, оплачиваем, поехали. Это невозможно. Этим невозможно заниматься. Давай. А куда она такая резкая стала? А куда она такая резкая стала? Она очень резкая. Она очень резкая. Ну это все, это... Ну вы понимаете сами. Если уж я на сток моторе умудрялся подразбиться, на этом моторе тут как бы неудивительно, что сейчас тоже что-то будет такое. Как будто Assetto Corsa шашки, да? Только не шашки, а... Блин! Вот, вот сюда бы физику, Assetto Corsa, ё-моё! Или карту вот эту в Assetto Corsa засунуть с трафиком. Вот это была бы жара, конечно. Это была бы лучшая игра в мире. Представляете, вот сюда физику? Да даже ладно, не Assetto Corsa, хотя бы Beamanja Drive. Хотя бы, да, тоже за... Ну куда?! Ну что это такое? Ну что это такое? Это невозможно так ехать. Я просто не представляю, как мы можем 797 километров вот в таком режиме проехать. Я не представляю, это невозможно. Но это реально невозможно. Как бы мне не хотелось этого сделать, но вот на таком автомобиле это невозможно будет. Мне даже не хочется тут аккуратно ехать, потому что вот, сейчас опять кочки какие-то начинаются, вот они. Просто все, сразу. Ну просто, ну это же дичь. Ну, ну как? Ну как можно ехать здесь? Ну как? Вот, побой... Давайте... А, ну все, спасибо, до свидания, как говорится. Все, класс. Ну это я не... Я не... Короче, ребят, ну какая-то дичь реально происходит. Я не понимаю, как мне ехать? Как мне... Я опять там? А, ну я опять там, где был. Ну а какой смысл вот этого всего движения? Так, я не хочу, короче, пессимизировать. Нам просто нужна какая-то другая машина, на которой мы сможем ехать. Я попробовал пятерку. Я попробовал уже Гранту. И мне очень нравится, как Гранта едет по ровной дороге. Но мне абсолютно не нравится, как она справляется с кочками. То есть никак. И цвет у нее черный опять стал. Так. Видимо, хватит ЕТС на сегодня. Ребят, пока не получается двигаться дальше. Мне вот реально здесь нужна ваша помощь. На чем дальше ехать? Давайте просто посмотрим, на чем мы можем ехать с вами. Так, где это?
Покупка грузовика, да? Что у нас есть вообще? То есть у нас есть 300-ка, которая не работает, есть 200-ка, которая вроде должна работать. Нива, которая неплохо ехала. Пятерка, которая не едет вообще, отвратительная. Так, КамАЗ-легенда в ремонте. Урал с фарами. Не знаю, как он без груза. Может вообще без груза просто на Урале ехать? Или на КамАЗе без груза ехать? Вот такой КамАЗ Торнадо есть. Я его еще не пробовал. Но это какая-то вообще лютая дичь. Может быть и на нем надо ехать, я не знаю. Короче, вот такие варианты, их в принципе не очень много. Но вот полноприводный КамАЗ Торнадо для суровой России, а может быть и да. А может быть и да. Короче, напишите, на чем мне ехать дальше, потому что вы видите мои мучения, страдания. И оно никому не надо, потому что я хочу просто дальше ехать, а дальше ехать не получается. Спасибо, ребят, за внимание. Надеюсь, вы не сильно разочаровались этой серии, настолько, насколько я. И всем пока.